накапов Чайна. То есть, в принципе, все сходится. Под музыку Ференца Листа он катается в произвольной. Кахико Кудзука,
Тоже молодец. По серьезной теме проехался в произвольной программе. И надо сказать, что публика еще на заключительном вращении его уже тоже горячо приветствовала. Хотя во время программы, конечно, было видно, что они еще немножко живут программой о моде. Я думаю, что чувствовалось какое-то напряжение, потому что до последнего элемента было непонятно. Ребята после короткой так плотно идут, и хороших прокатом аудио, и Такахика идет по всей программе ровно, делая все элементы, и у них, у обоих, лишь по одной незначительной, но опять же одинаковой технической ошибки при исполнении сложнейших элементов в аудио на акселе, у Такахика на четверном прыжке. Мы сейчас посмотрим, чем закончится этот поединок двух ребят. Здорово, что французы так классно приветствуют, по сути, прямого конкурента своего фигуриста. И в этом заслуга и его самого, потому что поднять зал в другой стране на классическую тему, которую всегда катать очень тяжело, ее ставить тяжело и катать тем более, он совсем справился. Сейчас мы посмотрим, чем закончится. Вот это был четверной на две ноги, вы видели. Где-то треть. Да. Высокий довольно-таки аксель. Вот чисто технически они проехали один в один, по мне, вот так, так сказать, не углубляясь в какие-то детали, а просто навскидку. Ну как, а вот у него Луци тройной тулуп, не этот каскад, а вот другой, второй он там прыгнул в конце программы, а у того Сальхов тройной тулуп. Разница? Разница может быть в том, что за каскад Амоди это может быть плюс 2, у Такахика плюс 1. Потому вот что и будет, более вот, будет, было, вот да? Будет одно, один в один это может выйти. Логично. Так или иначе, но у Такахика в базе есть четверной прыжок и повтор и Луци, и аксель. То есть он, это как раз пример грамотно поставленной программы. То есть все, что он может, стоит так выгодно, чтобы он набирал чисто технически максимальную сумму. Флип без всяких ошибок, с правильного ребра, ну, отличное хорошо. Приземление. Каверзный вопрос. Все-таки Майкл Джексон и все то, что катал Амодио вместе со своими вот этими смешными жестами, это попса. А это классическая программа, серьезная, и тут еще надо дотянуть. Если я пришел на драму, чтобы увидеть драму на катке, тогда... По мне, прокат Казуки. Если я пришел поесть попкорн и развлечься, то, конечно, Амоди. То есть ничья. То есть тут выбор. Поэтому все программы разные, и каждый их нельзя порой сравнивать. Это разные. Мы идем ниши. На драму или на что мы идем? На фигурное катание? Что у нас должно Сегодня быть? Я больше за Майкла Джексона, потому что эта тема более на слуху. Классику катают всегда и все. Если посмотреть программы этого сезона, то ребята соревнуются, у кого лучше Майкл Джексон. Есть немного такое. Какой-то флакомус с автографами подарили болельщики. И смотрим на оценку. 170 баллов. 89 и 80. Вопросы сняты. Конечно, конечно. На 4 балла компоненты у него выше, а элементы больше получились со всеми судейскими оценками на 12 баллов. Это та расхлябанность Амодио на прыжках и та вот дотошная работа Такахика на каждом элементе. Это видно, вот она техническая оценка. Джоуи, судейский, ну, конечно, четверной прыжок. Да, ну что ж, нокаутом фактически по судейским оценкам однозначно. Победа. Такахика Кадзуки над Флораном Амодио. И тем не менее, Амодио и со вторым местом, по-моему, может попасть в финал, потому что он соревнуется с Брэндоном Розом за попадание. У того тоже второе и третье место. И там будет решаться, я так понимаю, по сумме баллов. По сумме баллов набранных, да. То есть это мы сейчас вот так вот на глазок не определим, но табличка эта будет готова уже в течение ближайших часов. Можно ее посмотреть на сайте isu.org. Кевин Рейнольдс опять четвертый. Ну, пусть ищет себя в этих сложных прыжках. Шафик Басигье заявил о себе на этом турнире. В любом случае, пятое место очень даже и неплохо. Дальше уже идет Наньсонь, Либерс, Ковалевский и Келемен. Благодарю Салтана Какоева за
за комментаторство сегодняшнее. Спасибо за возможность...